Джерри, если слышишь меня, сожми руку. Все, что я умею, это быть писателем. Нет ничего более важного, чем сюжет. Согласны, мистер Селлинджер? Всю свою удивительно скучную жизнь я был уверен, что вымысел достовернее реальности. Я пишу рассказы. А вы уже публиковались? Ты не первый умник, которого я учу. Не выношу этих фальшивых лицемеров. И что мне делать теперь? Ты писатель, как думаешь, что тебе делать? Написать еще рассказ? А потом еще один. Когда это писательство стало настоящей профессией? И еще один после этого! Мне кажется, это не для меня. Может, ты прав. Я просто хочу говорить правду. За моего лучшего студента. Прошу, выживи. Быстрее! Ложись! Герои войны не всегда маршируют на параде. Иногда они вышибают себе мозги. Вам надо писать без простоев. История Холдена Колфилда – это роман. Нет, я не потяну целый роман. Холден Колфилд достоин целой книги. Мы оба знаем, что у романа много проблем. Я не верю твоему Колфилду. Ему обязательно быть сумасшедшим. Они не хотят издавать роман. Я же объявил им войну из-за тебя. Войну? Это, по-твоему, война? Я видел, как моих друзей убивали. Меня тоже должны были убить. Меня вообще не должно быть здесь. Я писал эту книгу, когда штурмовал пляжи Нормандии. Думаю, я выжил только благодаря ей. Холден Колфилд, это ты, да? Представь книгу, которую ты хотел бы прочитать, а потом проживи ее. «Над пропастью во ржи» Джером Де Селлинджер.